где купить книгу за 10 тысяч сум. Сегодня мы расскажем вам о трех и почти единственных букинистических магазинах Ташкента, коллекциям которых позавидуют даже некоторые библиотеки. Большой книжный развал Юрия Кима внутри Дыханского рынка на Чиланзаре. Если бы он находился в помещении, то можно было бы назвать полноценным букинистическим магазином. Но здесь книги соседствуют на стеллажах и бетонных базарных прилавках с овощами и фруктами. Дядя Юра занимается продажей букинистических книг более 10 лет. Его преданный компаньон по работе – кот Бусик, который здесь проживает и умиляет всех пришедших. Выбор литературы большой, коллекция насчитывает около 5000 книг, и есть все – и детская, и учебная, и художественная, и техническая литература. На полках можно найти даже редкие издания, напечатанные в конце 19 века. Стоимость книг варьируется от 5 до 150 тысяч сум. Один из самых популярных букинистических магазинов расположен неподалеку от метро Беруни. Его богатая коллекция насчитывает порядка 10 тысяч книг. Здесь вы найдете огромное количество классической, детской, исторической и узбекской литературы, а также большой выбор современных книг жанра фэнтези и детектива и узкоспециальные пособия. Этот магазин существует уже более 50 лет, и вот уже на протяжении 20 лет покупателям с их выбором помогает робкий и пожилой букинист Владимир Владимирович. Несмотря на то, что цены книг здесь разнятся от 5 до 200 тысяч сум, средний ценник не самый дешевый – около 40 тысяч сум за книгу. Менее популярный и большой, но не менее интересный букинистический магазин, который находится на Каракамыше. Здесь мы особенно отметим огромную коллекцию книг по медицине, золотую классику художественной и детской литературе, различных энциклопедий, сборников стихов и лингвистических пособий. А у стеллажа с книгами по искусству можно застрять надолго, слишком уж интересные экземпляры. Именно здесь самая низкая средняя цена за книгу – около 10 тысяч сум. Если же вы занимаетесь аппликацией или коллажами, то стопки журналов и коробки с красивыми открытками вас особенно порадуют. Адреса и номера всех магазинов вы сможете найти в нашем телеграм-канале или на сайте.